Сейчас я буду рисовать дома. Дома буду рисовать. Не то. Блин, ну такой очаровательный. Он еще такой низкий. У него маленькие ножки. Милашка. О, хорошо сейчас. Я не знаю, какой у него там характер. О, как страшно на улице. Там дети орут от грома и дождя. Хорошо. Складки жира. Я рисую Тома. Я не буду сильно стараться, потому что это мой первый раз рисование Тома. Хотя строение тела у него как у Рулона, так что. Сколько Тому вообще лет? Я не знаю, какая у него конкретно должна быть шерсть, поэтому сделаю как у рулона. Да проведись линия нормально. Итак. Ни хрена себе. Не надо так выкручивать в максимум. Итак. Шерсть. Классно. И я сделал ему слишком большие руки, но ладно. Нифига я так. Нормально. Так. Р-р-р-р! Научись говорить Р заново. Ноги у него, конечно, огромные, если честно. Так, где у него начинается? Ни хрена на улице происходит, чё? Я что-то не так сделал. Определенно. Ну да, скорее всего, как у рулона шерсть. Куда-то так слишком далеко. Ура! У него есть ноги. Правда, одна нога слишком тонкая. Мне снова надо что-то чинить. На улице классно. Вот, теперь нормально. Хвост. Хвост. У него должен быть хвост. Как я красиво жертв нарисовал. Хлебало у него смешное, конечно. Как же я люблю рисовать шерсть. О, да. Так. Нужно потоньше выбрать для хлебала. И надо бы стереть этот круг драный. Стерись, падла. Сотрись. Я не знаю, как тебя назвать. Сколько минут идет? 4 минуты. Пофиг. Нафига я вообще это записываю? Мне интересно стало. Так. Страшно на улице. Да. Он ребенок, походу. Он выглядит на 9 лет. Том. Всегда проблема с хлебалами, с рисованием мордочки. Какого цвета нос у него, кстати? А зачем мне это сейчас? О, все, молния, молния на улице. Какая радость. А у него нет этой фигни вроде. Ну пофигу.
смеется громко. И у него такие зрачки непонятные. Очень. Какой ему взгляд бы сделать? Куда? Ну ладно, пусть на зрителя смотрит. На какого зрителя? На меня пусть смотрит. Какой зритель? Зритель — это тот, кто смотрит что-то более достойное. Кстати, я хочу повторить оригинал и сделать так, чтобы глаз сюда заехал. Потому что почему бы и нет? Ну, собственно... Собственно, вот. Что-то с ним не так точно. Ему слишком короткие эти сделал. Возможно, руки, но... Пофигу. Иди сюда. Блин, он такой прикольный. Не. У него более такой молочный цвет. Куда ты там? Вот. Итак, теперь мне нужно что-то делать с шерстью. С окрасом шерсти. Ну, это легко, в принципе. Надо как-то исправить это кривое покрашивание когда-нибудь. О, да. Черный у него окрашена только одна нога. Ну ладно. Так, что там дальше? Хвост, да? Все. Итак, теперь мне нужно сделать... Это желтовый... Желтовый. Да, желтовый цвет. Желтовый или лаймовый это? Это какой-то средний цвет. Возьми его еще раз. Ладно. Я так их буду брать. Ну, а дальше там синий. Что-то точно не так я делаю. Блин, хлебал у него, конечно, классное. Так, мясо как рулона, значит, это мясо. У него... А, не знаю. Чё сказать. Сложно, конечно. Ну ладно, так. Нет! Нет, 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 не трогай это! Не трогай это! Тихо. Теперь иди нахрен. Бери это. Да и умножением сейчас сделаем получше все. Так. На улице какая-то жесть происходит. Ура, ура. О, да, мои любимые глаза красить. Еще стоит здесь поделать. Здесь. Это фигня. И да, самое важное, на этих складках жира добавить тень. Это самое первое, что я делаю, когда делаю тени. Так, самое первое, что я делаю, когда я делаю... Так, ладно. Том. В смысле... А, я накосячил в одном месте. Подождите. Я ему забыл покрасить хлебало здесь. Все. Теперь все нормально работает. А, ну да. Я пытался.